Спорт – это сила, спорт – это жизнь. В Краснолучском комплексе спортивных сооружений 18 марта состоялись соревнования по вольной борьбе среди детей и юношей. За право первенства состязались юные участники из «Антрацита» и «Красного луча». Как известно, залог успеха в спортивных мероприятиях заключен не только в силе и тренированности ребят, но и их настрое, желание победить. Все равно победа, проигрыш – это все опыт. Ну, ожидаю, конечно, занять первое место. Не так уж и давно я занимаюсь. Ну, сколько? Ну, вот вроде. Да. Что от сегодняшних соревнований ожидаешь? Первое место. Ну, волнуюсь я немного. Мне чувство, что я займу или второе, или третье место. Потому что недостаточно я долго занимался и не сильно много знаю. У меня есть такая цель, хочу занять хоть раз первое место. Ну, сегодня хочется получить или грамоту с дипломом, или медаль. Занять первое место. Хочешь победить сегодня, да? Хочу. А что надо для того, чтобы победить в этих соревнованиях? Что нужно уметь? Нужно правильно делать захваты. И когда до соревнований подготавливаюсь, надо слушать тренера, что он скажет, как что делать. Чуть-чуть страшно при соперниками, но не так, среднее. Что надо сделать для того, чтобы победить сегодня? Как ты думаешь? Не знаю, постараться и все, исполнится прием. Несмотря на то, что в соревнованиях участвовали совсем юные борцы, страсти на ковре кипели не детские. Вольная борьба из 14 городов Луганской Народной Республики культивируется всего в 5 – Антраците, Брянке, Луганске, Красном Луче и Славяно-Сербске. Тренеры воспитанников вкладывают все свои знания и приобретенные навыки. И по их мнению, только в поединке спортсмен может по-настоящему проявить себя. Ну, первое, надо, эти соревнования дают возможность проверить, кто чего достиг, допустим, в результате своих тренировок. Во-вторых, конечно, выполнение спортивных разрядов. Ну, мне хотелось бы, чтобы они показали, на что они способны. То есть точно только как соревнование, а не как лакмусовая бумажка, она проверяется, кто чего стоит. И показали. В командно-личном зачете победили краснолучские спортсмены. Более 40 участников единоборства заняли призовые места и были награждены медалями и грамотами в различных весовых и возрастных категориях.